Добрый день, дорогие друзья! Я рада всех приветствовать на телеканале Акжаик в передаче «Куншуак». На календаре сегодня 4 мая, среда. Всем искренне желаю красивого, доброго, приятного и очень теплого дня. Пусть для всех, кто работает, он пройдет спокойно и расслабленно, а тем, кто сейчас отдыхает, желаем получить побольше эмоций и впечатлений. Оставайтесь на нашем канале, впереди вас ожидает, как всегда, встреча с гостями и море музыки.
Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. С каждым годом растет количество людей, для которых слова «здоровый образ жизни» перестают быть пустым звуком. И хотя мы уже много раз посвящали нашей передаче данной теме, я думаю, что лишним не будет еще раз поговорить на эту тему со специалистами, с профессионалами своего дела. Это врачи городской поликлиники номер 5. И я хочу представить их вам, дорогие телезрители. У нас сегодня в гостях Бурабаева Аяго, старшая медсестра дошкольного учреждения, Кужагельдина Алязат, медсестра здорового образа жизни, Насырова Самал, врач ЗОЖ. Здравствуйте, уважаемые гости, рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. И хотелось бы, конечно, вначале задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще, что собой представляет здоровый образ жизни? Как начать свой путь к здоровому образу жизни? Вот. Жизни – это стиль жизни, который поддерживает, укрепляет ваше здоровье. Для того, чтобы от здорового образа жизни зависит половина вашей жизни, ваши жизненные навыки и ваше здоровье. Для того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни, у нас проводится 7 уроков здоровья. Первый урок у нас – физическая активность. Вторая у нас рациональное питание, правильное питание. Третий личная гигиена. Четвертый употребление, чрезмерное употребление алкоголя предупредит. И табак курение, чтобы люди бросили курить или вообще не курить. Пятый у нас коммуникативные навыки. Седьмая у нас профилактика стрессу и привитие навыки к стрессоустойчивости. Вот от этого и зависит наше здоровье. Вот кто придерживает вот этих 7 уроков, у них здоровье здоровье, я думаю, будет в норме. То есть вы работаете именно у себя в поликлинике в основном над этими направлениями, да, чтобы люди придерживались этих 7 главных уроков, правил для своей жизни, для своего, для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Здоровья. Спасибо. Ну, мы знаем, что питание играет очень большую роль именно для нас. И вот о здоровом питании сегодня говорят и пишут уже столько, что, мне кажется, люди уже не знают, кому верить, каких правил придерживаться. И действительно, этот вопрос очень актуален на сегодняшний день. Я думаю, что сейчас врач нам разъяснит. Самал, вот каковы основные правила все-таки здорового питания, правильного питания? Как приготовить здоровую пищу? Здравствуйте еще раз. Еще раз представлюсь. Меня зовут Насырова Самал Серкалина, являюсь врачом ЗОЖ городской поликлиники номер 5. Сегодня я хотела бы осветить такую тему, как рациональное питание. Рациональное питание – это один из факторов здорового образа жизни. Хотелось бы акцентрировать внимание, для поддержания здоровья необходимо 60% вашего здоровья зависит от здорового образа жизни, 10% зависит от здравоохранения, и еще 10% зависит от наследственных заболеваний, генетических заболеваний, и 20% это экология, окружающая среда. Сейчас вот модно говорить, что экология, вот много заболеваний, вот с экологией связано, как бы, но все равно большой процент здоровья человека зависит от самого себя. То есть 60% того образа жизни, которым он придерживается, от тех привычек жизненных, которые у него. То есть если он курит, не курит, пьет, не пьет, допустим, кушает он правильную еду или жирное постоянно, острое что-то кушает тоже, от этого много чего зависит. Ну, что ж такое рациональное питание? Рациональное питание – это от латинского слова «рационалис» означает «разумный». То есть здесь это полноценное, то есть физиологическое питание, правильное питание здорового человека, которое зависит от некоторых факторов, таких как пол, возраст, характер труда, климатические условия обитания данного человека, да? То есть рациональное питание, оно способствует поддержанию здоровья.
профилактики даже заболеваний, можно сказать. Оно даже, можно сказать, как лечебное идет, если придерживаться его. И, конечно же, оно способствует долголетию человека, а также способствует укреплению таких умственных и физических способностей. То есть человек, который придерживается рационального питания, он менее подвержен заболеваниям, то есть вирусные заболевания ему не страшны. Вот. Конечно же, есть правила, которые при рациональном питании человек должен придерживаться. Прежде всего, это 4-5-разовое дробное питание. Для чего это нужно? Для того, чтобы своевременно потреблять еду. То есть это должен быть завтрак, обед, ужин. И еще один второй ужин, он может быть легкий. То есть это нежирный кефир, йогурт. За 3-4 часа до сна. Интервал между приемом пищи должен быть 5-6 часов. 5-6 часов. И также человек должен меньше употреблять жирного. Да, это банально звучит, но это основа основ. Меньше жирного, меньше жареного, острого, копченого, соленого, консервов, то есть вот эти продукты. Объясню почему. Жареное, жирное у нас в основном содержит в большом количестве холестерин. Сейчас ко мне много пациентов приходят с повышенным холестерином. Мы вот объясняем, что такое холестерин. Они спрашивают, что такое холестерин, откуда он появился, а что будет. То есть какие-то вот такие вопросы. Вот пользуясь этим выступлением, я хочу вот объяснить, что такое холестерин. Холестерин. Откуда он появляется? Холестерин у нас это жиры, которые циркулируют по крови и могут, они скапливаются внутри стенок сосуда, тем самым образовывая холестериновые бляшки. Многие путают тромб, говорят, на самом деле это вот и помимо тромбов еще есть у нас холестериновые бляшки. Он может закупорить сосуд частично, либо полностью, тем самым препятствует нормальному кровообращению в данном сосуде. Да? То есть, если закупорится сосуд, то может произойти разрыв сосуда, то есть инсульт, инфаркт миокарда. И это состояние, это заболевание называется атеросклероз. Вот. И частым осложнением вот инсульт, инфаркт миокарда, и в основном заканчивается высокой смертностью и инвалидностью среди населения. Вот сейчас очень много инсультов, инфаркт миокарда. И хотелось бы отметить, что холестерин у нас поступает только жирной пищей. То есть многие спрашивают, а есть какая-то таблетка? То есть ищем легкие пути. Легких путей не бывает. Прежде всего, человек должен пересмотреть свое питание. То есть причина – это жирная пища. То есть, вот как встать на путь истины, когда вокруг столько искушений, начиная даже от фастфуда, да, сейчас особенно дети, да, очень много едят вот этих всяких вредностей, да, там в том числе и чипсы, и кириешки, запивают колы, да. Ну, во-первых, это силу воли, наверное, проявить, жажду к жизни. Действительно, если человек заинтересован в своем здоровье, только заинтересованный человек может как бы придерживаться рационального питания. Ну, конечно, у нас соблазнов в наше время много. У нас фастфудом вот считается обычно вот гамбургеры фри, а у нас также это считается полуфабрикаты, лапша быстрого приготовления, каши быстро разводимые. Вот, то есть эти нюансы тоже надо учитывать. У них очень много то есть консервантов, усилителей вкуса, красителей такого рода, соли, сахара, да. Действительно, сейчас, вот, если честно, в этом плане легче придерживаться здорового образа жизни, потому что сейчас идет мода на здоровое питание, мода на ПП, да, как вот у нас говорится, стараются люди, все равно сейчас вот, вот это правильное питание, оно актуально среди населения. Ну вот, в основном в нашем рационе, конечно, должны присутствовать овощи, побольше овощей, фруктов. Вот скажите, пожалуйста, норма потребления овощей какая должна быть? То есть каждый день нужно употреблять овощи? Да, каждый день для профилактики инсульта, опять-таки, инфаркт, миокард, многих заболеваний и даже рака, да, раковых заболеваний. Овощей надо не меньше 400, овощей и фруктов не меньше 400 грамм должно быть обязательно в рационе. То есть большое значение имеет. Вот, клетчатка, это, во-первых, профилактика запоров.
геморроя вот, угу. идет. А суточная норма именно сахара сколько должно быть в организме? Сейчас вот тоже много пациентов поступает, гипергликемия, сахар много в крови. Сахара вообще не больше 50 грамм или 10 кубиков сахара должно быть в суточной норме на все виды продуктов. Также хотелось бы отметить, что соль 5,5 грамм – это для нормального человека, 2,4 грамма – это для людей, страдающих артериальной гипертензией. Сейчас очень много людей, которые болеют артериальной гипертензией, да, страдают артериальной гипертензией. И хотелось бы обратиться к данным пациентам. Вам необходимо не досаливать еду, и чтобы контролировать количество приема соли, да, на все виды продуктов, вам необходимо желательно после приготовления, если такая возможность есть, после приготовления пищи досаливать пищу соли. То есть не во время, когда готовят, а после, чтобы просмотреть, вот, какое количество сегодня я, например, потребил. Почему? Потому что соль, она вызывает отеки и может повыситься давление. То есть, поэтому за солью надо обязательно следить. Спасибо. А я напоминаю, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Средства связи указаны на ваших экранах. Если у вас есть какие-то интересующие вопросы к нашим гостям, то вы можете их задать, дозвонившись по номеру 28 58 69, либо добрать номер мессенджер WhatsApp, написать на номер 8 700 028 58 69. Ну вот, еще хотелось бы затронуть такую тему, как детский травматизм, который является на сегодняшний день одной из самых, да, серьезных социальных проблем, которая угрожает не только здоровью детей, но и влечет проблемы для родителей. И вот особенно, да, сейчас близятся вот уже летние каникулы, и, наверное, детский травматизм встречается вот чаще, да, среди детей, и часто дети получают травмы из-за недосмотра, считая, взрослых. Вот вы, Аягоз, пожалуйста, расскажите нам, что собой представляет детский травматизм, каковы причины именно, да, детского травматизма. И для предупреждения вот детского травматизма в каких направлениях, да, нужно работать как родителям, так и врачам? Да, на сегодняшний день детский травматизм – самая такая распространенная социальная проблема, наша всеобщая проблема. На сегодняшний день у нас как бы социальные сети очень все активные, да, часто слышим, что погибают дети, получают травмы. Часто вот в нашей жизни все это уже присутствует. Детская травма – это у нас в основном самая распространенная, это бытовая травма, транспортная, дорожно-транспортная травма, и из-за несоблюдения техники безопасности там производственные травмы и отравление и утопление. Вот эти травмы самые у нас распространенные, самые летальные. Вот. Бытовые травмы – это чаще у нас между ребенком и родителем, когда они вот только дома или на улице, например, играют, запросто происходит это. Например, дома бытовая травма – оставляют чайник включенным или без присмотра оставляют ребенка, да, например, вследствие чего без присмотра оставленный ребенок получает травму, например, ожог может получить, где-то ушибся или где-то упадет. Даже просто элементарное купание детей нельзя оставлять, например, одну в ванной оставлять. Бывали такие случаи, что вот в ванной даже дети какие-то время тонули, да. Бывает, например, открытые окна, открытые балконы оставляют открытыми, например. Много таких слышим, да. Вот теперь это все причины халатности нас, родителей, да. Людей, причина беспечности, например, даже за рулем родители думают, сейчас только вот съездим, все будет хорошо, без автокресла, без
ремня безопасности, например, сажает ребенка, и чаще всего в таких случаях, в большинстве, случаются дорожно-транспортные происшествия. Или ведут по дороге, даже да, не смотрят, да, да, на детей. Даже просто сарку, элементарно, пешеход даже проезжает, например, телефон. Если ребенок до 3 лет, ребенка нужно уже на руки взять. Если до 3 лет, естественно, ребенок, он маленький, он долго будет топать, да? А вот остальным им, детям, не то чтобы страх в них внушать, а им нужно донести, что если соблюдать правила дорожного движения, соблюдать там, техники безопасности, у них есть большой шанс остаться в живых, да, избежать, избежать, да, этой травмы. Плачевных последствий. Да, это есть направление профилактики, предупреждения детской травмы. То есть нам, родителям, нужно устранять травмоопасные ситуации и систематически обучать наших детей по профилактике травм. То есть вот чаще мы, родители, гуляем на площадке, да, должны смотреть, ни в коем случае не оставлять одного ребенка, даже в песке, элементарные там проглотить песочек или какой-нибудь мелкий комочек, да. До 3 лет дети, они уже толком не знают, что можно глотать, что нет, вот, например. Все это постоянное наблюдение за детьми. Потом вот, дети поступают уже в садик, затем уже в школу. Школьные годы тоже вот, где-то от 7 до 11 лет тоже травмоопасный период. У нас в школах, на занятиях, занятия труда, занятия химии, да, там свой алгоритм есть, техника безопасности, там без учителя, без педагогов, например, не приступать к работе, да, там электроопасным, ожогоопасным, термоопасными веществами работу, вот, и в спортивных занятиях тоже неисправные спортивные оборудования, старые материалы тоже нужно исключить. И наши должностные лица, которые вот, педагоги, директора школы, и мы, в том числе родители, мы со своими обязанностями, если будем хорошо справляться, дети будут здоровы и в безопасности. Спасибо, спасибо, Аякос. Давайте сейчас мы прервемся на ненадолго и посмотрим ролик именно о профилактике детского травматизма. Далее мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь. Ежедневно во всем мире более 2000 детей получают тяжелые травмы. Больно удариться при падении можно и с небольшой высоты. При падении старайтесь падать на бок, а не на вытянутые руки. Ожоги всегда очень болезненны. Не играйте с огнем. Это всегда очень опасно. Учитесь плавать как можно раньше. И купайтесь только в разрешенных местах. Не прыгайте в воду, если глубина меньше 1,5 метров. Надевайте шлем и пользуйтесь отдельной велосипедной дорожкой. Будьте очень внимательны на проезжей части при переходе дороги. Удушье может наступить при приеме пищи. Поэтому не разговаривайте во время еды и не ешьте лежа. Не путайте конфеты и лекарства. Большая часть отравлений происходит в связи с неосторожным обращением с лекарствами. Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. Еще раз напоминаю, дорогие телезрители, средства связи 28-58-69, номер прямого эфира и номер мессенджера WhatsApp 8-700-028-58-69. Ну вот мы сейчас посмотрели данный ролик, и еще раз, наверное, стоит напомнить родителям, чтобы они были бдительны по отношению к своим детям. Я думаю, как специалист вы сейчас также дополните, какие советы, рекомендации вы хотите дать родителям, чтобы они полностью обезопасили своего ребенка именно от нежелательных травм. Да, да, одна из причин – это недисциплинированность ребенка, да, то есть родителям дополнительно нужно ребенка обучить, как правильно себя вести, да, в транспорте, в общественных,
в школе, на уроках, как себя вести, например. Дети маленькие, они балуются, там друг другу что-то кидают, острые карандаши, ножи, даже подножки элементарные, да, например. Это все входит в правила школы. На улице, например, на площадке то же самое. Дети друг с другом, как должны они друг друга уважать, как должны отнестись друг к другу, где как спускаться, где надо где-то там обойти. Вот. Даже, например, обыкновенную собаку может увидеть, кошечку увидеть, да, ребенок, надо их обойти. Вот, вот это все надо ребенку объяснять. У нас сейчас скоро вот май месяц, впереди каникулы, да, все уже дети. Май месяц. Да, впереди каникулы уже, каникул. Все дети будут дома, а родители у нас где на работе, да, естественно. И дети, у них уже больше времени на улице, без присмотра родителей, уже гуляют, играют. В это время они должны уметь вести себя в общественном транспорте, где можно ходить, где нельзя ходить. Даже элементарные вот эти ямы, каждый ребенок должен знать, что надо его, даже если крыша закрытая, его нужно просто обходить. Увидел собаку, тоже непонятно, бешеный он, не бешеный, все равно нужно его обойти. Элементарный быт, впереди еще купальный сезон. На улицах будет очень жарко, например, да? Элементарно носить шляпу, в водоемы не ходить, в воду с высоты не прыгать. Там много таких моментов. Родители хотя бы иногда, когда вот вспомнит, где-то что-то он увидит у ребенка, заметит, да, что-то он не так делает, в этот момент ему нужно закрепить ребенку, объяснить даже личным примером. Каждый родитель, если он будет это показывать, ребенок хорошо усваивает, все это хорошо запоминает. Поэтому родители, давайте наши обязанности, наши сокровища, да, наши дети, не будем их перекладывать, наши обязанности там, педагогам, учителям труда. Этим мы сами, во-первых, ответственны за своего ребенка и за его поведение. Угу. Только ребенок зависит от нас, он нас слушается, нас уважает. Спасибо. Поэтому, да, только спасибо. И правильно. Сейчас мы прервемся на музыкальную композицию. Далее мы продолжим нашу передачу. Дорогие телезрители, призываю вас к активности. Не забывайте писать к нам, звонить по указанным номерам на экране. Жүзімнен жаным көзімді алмаймын, мен саған лайықтымын ба деп ойлаймын, көркіңде тоймаймын сені. Бұлданып ренжісің де маған ұнайсың, еркелеп шынайы бір сезім сыйлайсың, көңілімді жаулайсың мені. Жүзетін сені мен ғана. Сен ғана. Жеткізерем сені айға да. Жанымда болсаң сен жай ғана. Көзіме көрінгенде сұлу елесің, ерекше бейнесің, мінсіз. Жанымда даусың менен сені жоғалттым, сағынып сүйемін деп саған тіл қаттым, мен сені ұнаттым үнсіз. Жүз сүйетін сені мен ғана. Түсінетін мен
сен ғана, сен ғана. Жеткізерем сені айға да, айға да, айға да. Жанымда болсаң сен жай ғана, жай ғана, жай ғана. Сені мен ғана, мен ғана, мен ғана. Түсінедің мені сен ғана, сен ғана, сен ғана. Жеткізерем сені айға да, айға да, айға да. Жанымда болсаң сен жай ғана, жай ғана, жай ғана. Мы продолжаем наши передачи «Куншуах» в прямом эфире. Сегодня мы говорим о здоровом образе жизни, о правильном питании, насколько важно именно соблюдать, да, баланс между правильным питанием и физической активностью. Об этом говорят сегодня наши врачи, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их задать, дозвонившись по номеру 28-58-69 или же написать на номер WhatsApp. Что ж, продолжим нашу беседу. Вот сейчас еще одна из таких проблем, которой вот страдают, да, многие, да, скажем, люди, это ожирение. Да? Вот действительно, ожирение – это болезнь, мы знаем, которая приводит тоже и к диабету, высокому кровяному давлению, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям. И настолько вот избыточный вес ожирения – это стало вот такой действительно проблемой, которая касается в основном как мужчин, так и женщин. Вот скажите, пожалуйста, сама, вот, как выявить индекс массы тела и ожирения? Каковы вообще причины лишнего веса и как с этим бороться? Даже если у человека есть, допустим, лишний вес, ожирение, он же не скажет, что вот у меня ожирение. Вот как понять, что у человека действительно есть ожирение, лишний вес? Пожалуйста, если бы нам разъяснили, как специалист. Все верно подметили. Ну, как вот ожирение? Конечно, есть для этого показатели, расчеты, формула, индекс Кетли, да, соответствие роста и массы тела, да. Это вес, деленный на рост в квадрате. У нас от 25 до 30 считается как избыточная масса тела, а от 30 до 35 индекс Кетли считается как уже ожирение первой степени. 35 до 40 – это уже второй степени ожирения, и свыше 40 – это уже третья степень, уже критичная степень ожирения. Хотелось бы отметить, что да, очень часто люди приходят с ожирением, и взрослые, и дети, подростки, и поколение, старшее поколение тоже есть. Это в основном люди с сахарным диабетом, с артериальной гипертензией. Ну, это прежде всего образ жизни где-то, то есть это расстройство питания у кого-то, где-то гормональные нарушения, эндокринные нарушения, да, то есть различные патологии, причин могут быть различные, плюс гиподинамия. Например, вот пухлость ребенка, некоторые родители думают, ну, пухленький, ничего страшного там. На это тоже надо обращать внимание, потому что последствия такие, как вы уже сказали, это в дальнейшем, это атеросклероз, он с подросткового возраста начинает уже развиваться, не только когда уже человек взрослый, там вот, он вообще болезнь системы кровообращения, они молодеют. И все это идет от питания. Ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, все это тесно взаимосвязано. Инфаркты, вот, высокий холестерин, то есть вот эта вся жирная пища, все в комплексе взаимосвязано, гиподинамия. Поэтому человек, когда ко мне на прием приходит, я прежде всего считаю им индекс Кетли и объясняю вот порог вот эти значения, что это идет как ожирение, что вам надо снижать вес. И, как правило, спрашивают, насколько. И высчитывают тоже там, на 10 килограмм,
в соответствии с ростом. То есть для данного роста сколько у него должно быть веса. Потом вот они задумываются над этими цифрами, естественно, объясняя пути снижения ожирения. Это прежде всего физическая активность. Вообще в норме человек должен 10 тысяч шагов проходить. Кстати, мало кто это делает в наше время, потому что все работы, дом, работы, спешат. И ну вот нужно напомнить, насколько важно вот именно заниматься физической активностью. Да. Вот даже если у вас нет возможности или времени ходить в спортзал, покупать абонемент, то можно элементарно прогуляться вечером на улице после рабочего дня, после домашних всех дел. Да. Угу. Ну, именно для этого наш кабинет и существует, чтобы периодически пропагандировать здоровый образ жизни, ходьбу. Допустим, я им объясняю, что если нет возможности, самое бесплатное – это ходить. Побольше ходить на улице, заниматься утренней гимнастикой как минимум 3 раза в неделю. То есть гиподинамию надо искоренять. И что интересно, вот старше 65 лет, их тоже надо учитывать, что у них тоже они не могут, как раньше в молодости, там скакать, бегать. То есть у них физические возможности ограничены. На эту категорию людей тоже внимание обращаем. Чаще всего я им советую скандинавскую ходьбу. Потому что вот у нас сейчас вот популяризация идет среди взрослого населения. Вообще этим занимаются не только взрослые, там, пенсионеры, вот этими палочками, там, ой, что мне с этими палочками делать? Часто встречаю. Да, вот такое вот стереотипное мнение. Это вообще как вид спорта идет. Вот. А вот это какая польза именно скандинавской ходьбы, наверное, стоит еще раз? Да, польза скандинавской ходьбы, особенно для лиц старше 65 лет, в том, что взаимодействованы не только ноги, при обычной ходьбе, ну и руки, то есть руки работают, и низкая нагрузка, то есть нагрузка на сердце там нету, а польза большая, огромная, то есть грудная клетка, она вот работает, движется, кислорода больше поступает для человека, то есть это, оно как осанка подтягивается, то есть результаты сразу ждать не надо, то есть через месяц уже можно результаты увидеть, некоторые говорят, вот у меня осанка подтянулась, говорит, то есть, допустим, вес даже у кого-то снижается. То есть, если это постоянно делается, а не из раза в раз, допустим, когда вспоминают. Ну, и что радует, что у нас старшее поколение сейчас активно вот скандинавской ходьбой занимается, особенно на площади Первого президента часто вижу. Ну, и в парке. Да, в парке, да, очень много, очень радует. Вот. Ну, вообще, какова должна быть норма кинокалории, именно сколько вот в организме человека? Вот если бы вы еще ответили на этот вопрос тоже. Вот, потому что все мы знаем, что такое кинокалория, но именно какая должна быть норма? Норма. Для детей норма килокалории – это 1500 килокалорий, для подростков – это 1800 килокалорий, для взрослого человека – это 2000 килокалорий, и для человека, который занимается активной физической деятельностью – это до 3000 килокалорий. И также мне бы хотелось бы акцентрировать внимание на то, как человек кушает вот, еду, да, то есть он должен обязательно тщательно, медленно пережевывать пищу. Для чего? Потому что вот до мозга 20 минут идет сигнал, что организм насытился. Если он будет медленно пережевывать пищу, то он съест свою норму. То есть если он позавтракал, еще медленно покушал, тщательно пережевывал, то это профилактика, опять-таки, ожирения, переедания. Вот. На это хотелось. И потом переваривание пищи хорошо идет. Спасибо. Первым профилактиком ожирения и вообще профилактика заболеваний всех, сердечно-сосудистых, неинфекционные хронические заболевания, сахарного диабета, полиартрита, атеросклероза, всех заболеваний вообще, физическая активность. Для того, чтобы физический оздоровительный, например, комплекс входит утренняя гимнастика, плавание, ходьба, бег, ходьба и спортивные игры, лыжные ходьба и еще вот этот все спортивные мероприятия, в общем, это ведет к профилактике всех заболеваний. И 10 тысяч шагов в день.
вот моя врач сказала, что скандинавская ходьба – это у нас… Можно установить шагометр. Да, да, шагомеры, и 10 тысяч шагов нужно делать. Всем рекомендуем, но мы у себя в поликлиниках, около поликлиники видим, что наши пациенты уже к этому привыкают. А вот вы сами тоже ходите 10 тысяч шагов? Да, хватает ли у вас времени при своем плотном графике тоже заниматься физической активностью? После работы к вечеру, летом, да. На свежем воздухе. На свежем воздухе. Всем рекомендуем, чтобы погода радует нас. Ходить 10 тысяч шагов обязательно. Вот хотелось бы отметить, что наша работа вот по всем вот этим проблемным моментам ведется активно в школах, по травматизму, по питанию. То есть мы проводим семинары, тренинги, не только в кабинетах консультации ведем, да, это школа здоровья плюс, выходим за пределы поликлиники, вот объясняем вред, пользу, пропагандируем здоровый образ жизни. Вот активно ведется работа с населением. Вот с какими проблемами чаще всего к вам обращаются ваши пациенты, даже вот по детскому травматизму? Бывает, приходят, конечно, да, много родителей, наверное, жалуются, и у вас также. У меня чаще всего на приеме приходят люди, которые высокий холестерин у них, сахар, допустим, да. Выявляем предиабетические состояния или гипергликемия, когда сахар превышает норму, допустим. Вот норма сахара, норма холестерина это 5,2 считается, сахар это 7,0. Вот объясняем вот эти нормы, чтобы они запоминали и работали в дальнейшем на снижение. Но есть ли эффективность от вот, подобных бесед, мероприятий? Вот мы постоянно говорим об этом, но вот есть ли какая-то эффективность, польза? Конечно же, есть. Мы акцентрируем внимание. Если в спешке человек, допустим, он не может вот эту тему, допустим, не задумывается о вот этих показателях, допустим, здесь мы прям вот разжевываем все, прям вот лекцию ведем, объясняем, вот как я уже говорила, что, вплоть до того, что такое холестерин, откуда он появляется, как с ним бороться. Помимо того, что там питание корректировать, обязательно физическая активность. То есть человек начинает задумываться о своем образе жизни. Да, они даже фотографируют. Да, у нас стенды есть, они прям фотографируют. Но результаты есть уже положительные, когда вот человек, допустим, и пришел к вам, да, с ожирением, а далее уже прослушав вот ваши беседы, уже испытав, да, на себе вот какие-то, может быть, заболевания, он действительно встал на правильный путь, и через какое-то время вот ему удалось достичь той нормы, которая вот у них спрашиваю, насколько они вот готовы бороться вот там, будут ли они эти меры. В основном процентов 80 положительно отвечают, да, вот. Некоторые говорят, как без жирного, как вот мы жирные любим, не можем. Некоторые вот говорят, да, надо, говорит, вот делать, вот как бы с таким положительным ответом уходят от нас после подробной вот консультации. Еще раз давайте напомним нашим телезрителям, вот какие факторы риска существуют, вот, по-вашему, да, в первую очередь, на что нужно обращать внимание? В первую очередь, физическая активность, это гиподинамия, второе – это питание, правильное питание, третье – табакокурение, алкоголь. То есть избегать. Да, избегать, стараться, да. И стрессоустойчивость тоже немаловажная роль играет. Стресс тоже играет роль. Хотелось бы дополнить, да, например, в школьных учреждениях часто дети, например, приходят с жалобами, там, болит желудок, болит голова. Вот это на тему питания хотелось бы добавить, попросить родителей утром, в особенности, когда провожают детей в школу, и накормить их просто обычный завтрак, простой завтраком, потому что чаще из-за этого дети, например, обращаются, что болит желудок, из-за того, что они просто не завтракали, да, просто они голодные. Бывают такие моменты, что ребенок целыми днями в школе находится, в кармане ни денег, в сумке, ни еды, без ничего, целый день ребенок в школе находится. Вот такие моменты, хочется обращаться к родителям, хотя бы на завтрак, на еду, в столовую ходить, да, положить хотя бы деньги, либо утром, хотя бы утром, самые вот это священные, говорят, да, у нас в казах, это утренний завтрак,
его ни в коем случае не пропускать. Обед можно по чуть-чуть покушать, да, ужин вообще можно не есть, да, например, так выражение такое есть. Поэтому завтрак, обед ребенку, особенно школьного возраста, особенно вот выпускники, да, у них очень нагруженное такое время сейчас, особенно сейчас в мае, у них экзамены, там, сопы, соры, и им нужна энергия, а энергию они берут от продуктов, от еды, особенно завтрак, хороший, полноценный, правильный завтрак дает ребенку хорошее здоровье. Ну, для того, чтобы день прошел хорошо, ребенок хорошо все материалы освоил и вообще чувствовал себя хорошо, этого достаточно. И не отвлекался. Спасибо. И у нас остается 4 минуты до окончания эфира. В заключение, какие будут ваши пожелания нашим телезрителям, ну, к своим пациентам в том числе? Ну, как кабинет здорового образа жизни, да, конечно же, желаем придерживаться, чтобы здорового образа жизни придерживались, не пили, не курили, рационально питание придерживались, то есть вот 4-5 разовый прием пищи не пропускали, это обязательно. Также, ну, чтобы были здоровы и не болели, самое главное. Так, физическая активность, гимнастика, ходьба, что вошло повседневный быт наших населений и быть здоровыми. Ну и в заключение вам слово. И в заключение нашим родителям хочу сказать, давайте с пониманием относиться к своим детям, обращать на них внимание, следить за ними, интересоваться, слушать их и, конечно же, просто любить. Есть вот просто ребенка как есть любить, какой он есть. Ну и как говорят, здоровье это наше самое главное богатство, поэтому следить за его здоровьем, за его поведением, за его воспитанием, это ребенку все, что нужно, самое главное. Мне остается поблагодарить вас за участие в нашей передаче, пожелать вам всего самого наилучшего, успехов и удачи в вашем нелегком труде, ну и, конечно, благодарных пациентов. Дорогие телезрители, а на этом я с вами прощаюсь. Всем желаю прекрасного и солнечного настроения на весь день. Сил, чувств бодрости и оптимизма. Встретимся завтра в это же время на телеканале Ак-Жаик в передаче «Куншуак». Всего доброго.